Длинные выходные влияют на нашу расу только как вред для печени. Я так понимаю, потому что все много кушают и много пьют. А так, ну почему бы не гулять? И вообще, я считаю, что надо вернуть многие церковные наши праздники православные. Ну и не только православные, наверное, потому что у нас и мусульман много. Почему нет? Работать-то мы всегда успеем. Вот. Мы же русские, широка душа. Нам же надо погулять, чтобы потом как-то поработать. А если мы будем с утра до ночи впахивать, мы станем грустны и никому не нужны. Вот. А так все нас боятся хотя бы.